Сейчас на связи из Соединенных Штатов профессор Стэнфордского университета, один из самых влиятельных в Америке специалистов по странам постсоветского пространства, Майкл Макфол. Майкл, я вас приветствую. Вот, он много лет входил в команду президента США Барака Обамы, причем с того еще времени, когда Обама не был президентом, а лишь одним из кандидатов. Потом работал советником по России и странам СНГ в Вашингтоне, а потом стал американским послом в России до февраля этого года. Сейчас он опять в Стэнфорде, но по-прежнему считается влиятельным специалистом по всем делам, связанным с Россией, с Украиной. И к его мнению по-прежнему внимательно прислушиваются в Вашингтоне. Майкл, у меня к вам такой вопрос после этого предисловия. Есть ли опасность, что Запад, увидев, что сама Украина, ее власть, ее правительство мало делают для того, чтобы изменить ситуацию, может отказаться от нынешней поддержки? В первую очередь я хотел бы сказать, что Запад, в том числе президент Обама и администрация президента Обамы, по их мнению, я хочу подчеркнуть, по их мнению, уже сделали достаточно много для того, чтобы отреагировать на агрессию и интервенцию России в Украине. И уже беспрецедентным образом Соединенные Штаты ввели санкции против России. Это санкции, которые непопулярны среди американских компаний и среди некоторых из наших союзников. Они считают, что они уже очень много сделали для того, чтобы помочь Украине. И сейчас, отвечая, они хотят, чтобы видеть, хотят увидеть, чтобы президент Порошенко тоже сделал свое дело. Вы правы. То, что сказала госпожа Меркель, по-моему, очень хорошо отражает мнение западных лидеров, в том числе из Вашингтона. После парламентских выборов уже не будет никаких оправданий. Необходимо будет двигаться вперед, проводить экономические реформы и бороться с коррупцией, как уже обещали. А скажите, пожалуйста, господин Макфол, вот вы в начале августа написали очень важную, на мой взгляд, статью в газете «Нью-Йорк Таймс», говоря о том, что если Россия не пойдет на мирное урегулирование, то Запад должен вдвое больше помогать Украине. Вот как вы считаете, ваш призыв был услышан? Достаточно ли Запад сейчас помогает Украине, или все-таки эта помощь недостаточна, как считают некоторые? Я написал ту статью, потому что в моей стране политические дискуссии шли о том, больше санкций нужно или меньше санкций нужно, и на какие компании в России должны быть направлены санкции. Но я хотел сообщить, что для того, чтобы победить Путина, необходимо, чтобы Украина преуспела. Дальше не так важно, каковы должны быть санкции. На эффект санкций уйдет много лет. Украина должна сама преуспеть, как рыночная экономика, как сильная страна. И у европейских лидеров и американских лидеров есть много способов, которыми они могут помочь успеху Украины. Я уже впечатлен тем, что они сделали. Я впечатлен существенным пакетом, который предоставил МВФ. Это довольно отважный, очень смелый пакет, учитывая экономическую ситуацию в Украине. И я бы хотел увидеть от них продолжение поддержки, чтобы они дальше настаивали на необходимости реформ, необходимость которых очевидна всем, чтобы Украина стала успешной экономикой и демократией. Ну вот я досчитал уже три раза, что господин Макфол сегодня трижды сказал о том, что нужно самой Украине очень много сделать для того, чтобы шли реформы. Одну секунду. Один вопрос, который я хотел бы задать сам, а потом здесь есть желающие тоже с вами поговорить, Майкл. Здесь у нас присутствуют в студии депутаты, общественные деятели, журналисты. Но один такой простой вопрос. Вы много лет прожили в общей сложности, ведь много лет прожили в России, и последние там 2,5 года были послом. Поэтому скажите, пожалуйста, все волнуются.
Что на самом деле является, на ваш взгляд, конечной целью российской политики по отношению к Украине? Чего хочет Путин? Евгений, я должен честно сказать, что я не знаю ответа на твой очень важный вопрос. У меня есть собственные теории, и, конечно, на моей предыдущей работе я взаимодействовал с президентом Путиным и с премьер-министром Путиным. Я думаю, что он проверяет позицию Украины и Запада. У него есть минимальные цели и максимальные цели. Минимальные цели он уже смог достичь. Это ослабить украинское правительство. Это остановить демократический проект в Украине и ослабить экономическую ситуацию в Украине, чтобы она стала еще хуже. И для этого он попытался как-то подорвать легитимность украинского правительства. Я надеюсь, что ему не удастся воплотить отрыв Украины от Запада, потому что это важно. Не только для будущего Украины, но и для будущего России важно. Необходимо показать, что Украина хочет быть частью Запада, хочет быть частью демократической системы и рыночной экономики. Еще одна цель, которая у него есть, и мне она непонятна. Он хочет расширить свое влияние и захватывать собственность, захватывать территорию Украины. Пока еще преждевременно говорить, но я не исключаю, что в будущем он снова к этому вернется. Господин Макфол, а можно задать вопрос уточнения? Нам с Украины кажется, что Америку сейчас больше интересует вопрос исламистов в Ираке, чем российская агрессия в самом центре Европы. Так ли это и почему? Мы на втором плане, это вопрос моего коллеги Алексея Лихмана. Конечно, президент Обама очень сосредоточен на новой военной кампании в Ираке и Сирии. Всякий раз, как президент Обама использует вооруженные силы и использует американских солдат, там этому уделяют большое внимание. Все же я уверен, что администрация президента Обамы обладает достаточными способностями, чтобы заниматься несколькими кризисами одновременно. Я знаю, что люди в правительстве, есть те, кто специально занимается Европой и Украиной, это очень сильная команда. И я видел также выступление президента в Соединенных Штатах. Он назвал там несколько самых важных вызовов для мира. Первый был Эбола, второе — это Исламское государство, и третье — это российская агрессия в Украине. Я думаю, это совершенно четко показывает задачи внешней политики для администрации. Извините, коллеги, у нас сейчас в любой момент может прерваться. Мне не хотелось бы на полусловие прощаться с господином Макфолом. Майкл, спасибо вам большое. Просто время нашей трансляции подходит к концу. Мы возвращаемся в студию. Я знаю, что здесь некоторые из присутствующих хотели задать вопросы, но боюсь, что просто уже не будет возможности получить ответы. Спасибо, Майкл. Я надеюсь, мы увидим еще вас в наших эфирах.